Приветствую вас, друзья, на своем канале. В преддверии весенних праздников многие магазины радуют нас новым завозом орхидей. И вот магазин, который находится недалеко от меня, тоже порадовал новыми свежими кустиками орхидей. Я с большим удовольствием рассматриваю это великолепие, и мне кажется, просто так с пустыми руками я отсюда не уйду и попрошу вас написать в комментариях свои предположения, что же мне приглянулось. Могу отметить, ребята, что орхидеи в очень хорошем состоянии. Прекрасная корневая система, замечательная листовая масса, множество бутонов, еще не распустившихся. То есть любоваться орхидеей будем не один месяц, пока она будет цвести. Качество орхидей порадовало, но цена, конечно же, немножечко огорчила, потому что цена стремится вверх. И сегодня орхидеи в сельпо по 450 гривен за кустик. Орхидеи немного привезли, но есть что выбрать, друзья мои. Вот, например, беглипчик венозный, мультифлорного типа цветения. Есть белые орхидеи, есть темные. Вот это вот дракон, розовый дракон, либо это формейшн. Не обратила я внимания на листовую пластину. Есть желтенькие, есть более глубокого винного цвета, просто розовые. Все равно есть выбор. Классические сорта орхидей белых, розовых, винного глубокого цвета. Это уже устоявшиеся сорта, с ними не будет проблем, и они станут обалденным украшением любого интерьера. Вот это мне понравилось, ребята, посмотрите, у нее такой язычок, звериный принт, я его называю, и корневая у нее замечательная. В общем, выбор есть. Орхидей привезли немного, но выбрать можно. Даже просто, вот смотрите, розовая орхидея, но с таким акцентным язычком, с акцентной губой, с акцентной серединкой. Понравилась мне вот эта орхидея, очень интересная. Девочки, подскажите в комментариях, как она называется. Я что-то не помню, но она очень интересная. На желтом фоне такие, знаете, малиновые крапушки и малиновый язычок. Очень интересная, нарядная орхидея. Скажу вам, что есть из чего выбрать. У кого еще нет этих сортов, можно приходить и выбирать. Хотите розовый оттенок, хотите в белом цвете, хотите более насыщенный. Есть беглипы. У кого нет беглипов, можно начать с венозников, потому что они, мне кажется, такие уже устоявшиеся. Девочки, вот эта орхидея, вроде как, мне кажется, что это Андора. Мне писали в комментариях, кто-то из вас спрашивали: Аня, есть у тебя Андора? Девочки, нет у меня Андоры, но вот здесь в продаже она есть. Тоже интересный вариант. Немножко помятые цветы, но корневая жирная, очень богатая корневая, хорошая листовая пластина. Вообще в этом завозе неплохие розеточки. Даже если цветок помятый немножко, при логистике немножечко его там примяли, все-таки они ехали в коробах. Ничего страшного, можно срезать цветение и ждать своего домашнего уже более качественного цветения. Вот это самая яркая в этом завозе орхидея. К сожалению, не знаю ее название, но тоже мне очень понравилось. Мне в последнее время очень нравятся вот такие вот яркие, глубокие цвета. Ну, посмотрите, тоже есть корни, прекрасно. Какой ни возьми горшочек, везде хорошая корневая. Друзья мои, я сегодня минут 20 провела возле этого островка с орхидеями, разглядывая цветы, корневую массу, листовую массу. В общем, получила максимум удовольствия и вдохновилась на покупку новой орхидеи. И вот одна из них уже у меня дома. И надеюсь, в комментариях вам удалось угадать этот сорт. И сейчас я покажу вам, кто эта загадочная принцесса.
Этой принцессой оказалась орхидея сорта панда. Я об этом узнала только дома, когда уже пришла, принесла орхидею. Она еще стоит у меня упакованная. Я еще не снимала с нее целлофанчик. Без вас я этого делать не буду. Но она меня просто сразила наповал своей губой, своей акцентной яркой губой и своим пигментом вокруг колонки. Это еще та красотка с такими жирными, мощными корнями. Я надеюсь, что она у меня адаптируется в моих условиях, и все будет у нас прекрасно, и она будет дарить гроздья цветов в домашнем цветении. Потому что домашнее цветение, от него всегда ждешь сюрпризов. Посмотрите, какая корневая, жирнючие, жирнючие корни, жирные, с палец толщиной. Цветок замечательный, очень интересный сорт. Давно я обращала на него внимание, но как-то вот все не решалось его прикупить. И вот сегодня именно тот день, когда эта орхидея была мною выбрана среди других орхидей. И вот она теперь у меня дома. Производитель указан на e-бирочке. Изучаю, конечно же, надписи на горшке. Но не нашла я надписей. Зайдя в интернет, я посмотрела, что это за орхидея, и была удивлена, что это действительно достойный сорт для выращивания в наших квартирных условиях. Девочки, посмотрела видео на каналах про этот сорт у многих из вас, из любителей орхидей. Очень, знаете, впечатлилась вашими результатами по выращиванию именно этого сорта. И у меня просто возникло желание, ну вот, покупать именно вот такие вот сорта в таком стиле. Видите, какая она интересная? Я вам показываю ее вблизи и вдали. Играю разными ракурсами. Как будто, знаете, как будто варенье накапали на желтый фон. Но она немножечко такая, знаете, я думала, что она будет более желтая, но она немножечко бледнее. Очень такой большой у нее лист. Немаленькая розетка. Видела на видео у девчонок даже групповые посадки этого сорта. Смотрится бомбически в домашнем цветении. Все, друзья мои, хочу вас поблагодарить за комментарии под видео, за ваши лайки, за ваш, так сказать, обратную вашу связь. С удовольствием захожу в комментарии и общаюсь вместе с вами. Посмотрите, какой у нее прекрасный язычок. Вот так поближе. Красотка еще та, девочки. Напишите в комментариях, у кого есть этот сорт, что вы о ней думаете, как вы с ней подружились, есть ли какие-то нюансы выращивания этой орхидеи. Что бы вы порекомендовали всем тем, у кого эта орхидея есть в коллекции? Спасибо вам большое за просмотр. Всем самого наилучшего. Всем самого-самого хорошего. С наступающими весенними праздниками, солнечных дней. Всем мирного неба, всем мира и добра.